Всем привет! Приготовим быстрый и вкусный салат. Салат на скорую руку с тунцом, огурцами и яйцами. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Жмите колокольчик и давайте вместе готовить уже проверенные рецепты. Для салата я взяла тунца, консервированного в банке, пару огурцов, репчатый лук и несколько веточек укропа, куриные яйца, картофель, соль по вкусу и немного майонеза для заправки. Это выходит где-то на 3 порции. Ставлю варить яйца и картофель. Яйца варю 10 минут, а картофель 15. Картофель отвариваю в мундире. Далее, когда яйца и картофель сварились, я их чищу. После варки яйца лучше опустить в холодную воду, так они быстрее остынут. Далее яйца и картофель я нарезаю кубиками, вот таким образом. Отправляю яйца и картофель в глубокую миску для дальнейшего смешивания. Далее нарезаю лук сначала полукольцами, затем на кубики. И тоже отправляю в миску. У огурцов выбираю место плодоножки и нарезаю их также кубиками. Отправляю в миску и нарезаю укроп. У укропа убираю ножки и мелко его режу. Такой аромат идет от салата, что хочется уже его съесть. Ну что ж, осталось порезать короля вала. Сначала режу тунца на две части, чтобы убрать косточки. Они хоть и мягкие, но в салате совсем ни к чему. И нарезаю его также кубиками. Отправляю его в миску. И солю почти готовый салат. Осталось все хорошо помешать и добавить майонез. Я сделала салат в таком варианте. Если вам видео понравилось и было полезным, ставьте лайки, пишите комментарии, обязательно подписывайтесь на канал и делитесь с друзьями вкусной и полезной информацией. Ну а я всем желаю хорошего настроения и приятного аппетита!